Всем привет! Вы на канале Amigurumi Life, это канал о вязании. А в сегодняшнем видео будет обзор готовых игрушек, которые мы связали за январь. Вторая часть. Первая часть уже есть на канале, можете перейти и посмотреть, сколько много игрушек мы сделали. Ну а сегодня я вам покажу те игрушечки, которые мы в конце января сделали и в начале февраля. Начну я с пандочек. Это пандочка малышарики. Я ее вязала в рукодельной неделе. Можете посмотреть это видео. Вот такой. Вот такая вот пандочка. Это из мультика малышарики. Маленькие смешарики. Мастер-класс на такую пандочку есть на канале, поэтому можете перейти и вязать вместе со мной. Таких пандочек у меня получилось 4 штуки. 3 и 4. Пандочки связаны из детской новинки. Еще один смешарик у меня получился, это крошек. Такой симпатичный зайка. Связан он тоже из детской новинки. Цвет венерин башмачок. Расход на такого зайку идет, если в моточке 50 грамм, то из моточка получается 3,5 вот таких смешариков. 3 зайчика. Мастер-класс на такого зайку тоже есть. Можете перейти по ссылочке. Ссылочки будут все внизу в описании видео и вязать вместе со мной. Таких зайков у меня получилось 3 штуки. Такой еще. Детки очень любят этих героев. Это один из любимых героев мальчиков и девочек. Поэтому я его вяжу постоянно. Так, еще игрушки, которые я вязала тоже в рукодельную неделю. Это такие маленькие брелочки. Это брелки Человек-паук. Я их сделала довольно-таки много. У меня их 5 штук. Каждому брелочку я прикрепляю карабинчик. Связана эта игрушка из удачного выбора. Это акрил, но потолще новинки, в 100 граммах 200 метров. Вот так выглядит брелочек. А сама маска и глаза вышиты из детской новинки. Таких у меня получилось 5 штук. Тоже очень популярная игрушка, я ее делаю постоянно, потому что молодые люди, мальчики очень любят супергероев, и не каждый может позволить себе большую игрушку, поэтому маленькие брелочки тоже нужны. И еще одни брелочки, это Пикачу. У меня их тоже 4 штуки. Столько я сделала. Все это я делала в рукодельную неделю, показывала этапы вязания этих игрушек, поэтому переходите, смотрите, там очень интересно. В общем, сделана она из детской новинки. Цвет желток, в 2 нити, на ушках черная пряжа и вышиты красные щечки. Вот так вот они выглядят. Карабинчики, конечно, ко всем игрушкам потом пристегну. Так. Следующая игрушка, которую я вам хотела показать, это вот такой зайка. Эти игрушки я делаю постоянно. Тоже они связаны из детской новинки. Цвет светлая фиалка. На камере, конечно, он немножко другой, чем в жизни. Вот такой зайка, у него сзади помпончик, на ушках у него цветочки. Делаю я всегда их разных цветов. Это очень популярные игрушки, которые постоянно у меня есть в наличии.
Точно такой же зайка, но здесь я зайке сделала белки, просто белой ниточкой вокруг глазика сделала несколько стежочков. Так он выглядит. И связала еще такую же зайку, только белого, тоже с белой новинки. Здесь уже цветочки более большие я сделала, не такие, как у тех зайчиков. Мне показалось, что так будет смотреться даже симпатичней. Беленький зайка такой для маленьких девочек и принцесс. И сделала розовую зайку. Цвет ярко-розовый, тоже детская новинка, вместе с белым. Такие зайки у меня получились. Далее я связала мишку. Этот мишка связан из детской новинки в две нити. Цвет бежевый называется. И платье у него такого лососевого цвета. Тоже из детской новинки. Вот цвет не помню, как называется. Бусинки ярко-розового цвета, глазки вышиты. Так. Эту мишку я тоже делаю довольно-таки часто, но в разных цветах в платьишке. В этот раз вот я решила сделать такие платья. Это темно-фиолетовый цвет, серебряные бусинки. Вот так. Он смотрится. И связала я еще одну игрушку. Эта игрушка была сделана на заказ. Мы очень долго с заказчиком обсуждали размер, цвет и вид этой игрушки. На рукодельной неделе я показывала эскиз этой игрушки. И в итоге у меня получилась вот такая вот улиточка. Цвет кофейный, капучино с белым. Девушка хотела, чтобы улитка была максимально похожа на настоящую, чтобы мультяшного в ней практически ничего не было, и глазки, чтобы располагались на рожках. Долго обсуждали с ней, как сделать ротик. Мы пробовали несколько вариантов, и большой, и вот здесь маленький, и в итоге решили, что ей больше понравился ротик вот тут вот сбоку маленький. Эта игрушечка уже сегодня отправится к своей заказчице, к своему новому хозяину. Девушка собиралась подарить ее на 14 февраля кому-то из своих близких. В общем, вот такая улиточка у меня получилась. Эту улитку я вязала по собственному мастер-классу. Я его даже не записывала, поэтому, скорее всего, повторять такую игрушку я не буду. Потому что улитка – это такое специфическое животное, которое не каждый любит. И на продажу я такие игрушки делать не буду. Поэтому схему не записывала. Это такой одноразовый заказ. В общем, вот так. На сегодня это все игрушки, которые я хотела вам показать. Если вам понравилось это видео, ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на канал, если вы этого еще не сделали. И всем до новых встреч. Пока-пока!